матче 13-го тура АМПР. Прематч, высшая лига, но не выступал. Сегодня в матче Денис Крутиков делает на него ставку. Но в этот момент пока я вам Пашина. Ахматиев зарабатывает еще ярые поклонники этой команды, которые болеют за нее, несмотря на все какие-то результаты, проигрыши и все прочее. Все это ради вас. Кого желание, кажется, будет. Мы с вами узнаем буквально через секунду. Удар Синадрова и 1-1. Переломный момент совершено. Кесин Ишамов красиво переигрывает и между ног Кириллу Ермакову пускает этот мяч. Арсланова сейчас не передать словами. Кесин Рахманов, неудачная передача и мяч залетает в ворота. Браво, Арсланов. Вот еще одна атака, можем под партнера отдавать и 4-1, но это все. Такое, конечно, не отыгрывается. Шамов в нужное время оказался в нужном месте, получил пас, а партнер практически нереален. Решено. Хороший удар Абдрахмана. Я пока что помолчу. Продолжает свою серию. Возможно, стоит Синатрам попытаться пробить. И эта попытка заканчивается успехом. 3-4. Я боюсь, заканчивается матч со счетом 3-4. Конечно, эмоции невероятные.